Ассистент движения в полосе. Ассистент движения в полосе помогает удерживать автомобиль на полосе по центру между линиями разметки. Во время движения систему можно включать и выключать нажатием кнопки «Система удержания полосы движения». Если рулевое колесо не удерживается водителем, в целях безопасности выдается предупреждение. Если рулевое колесо по-прежнему не удерживается водителем, система отключается. Водитель должен всегда держать руль и смотреть вперед.